«Безопасный интернет для младших школьников». Результаты проекта «Дети в интернете», объединившего школы и гимназии страны, подвели в Минске. Суть инициативы – рассказать учащимся начальных классов о глобальной сети, но не в форме традиционных уроков. Занятия с малышами проводят волонтеры-старшеклассники. Между ребятами нет так называемого «разрыва поколения». В вопросах высоких технологий они могут иметь не меньший авторитет, чем учителя. Тот проект, который мы начали вместе с Министерством образования, с нашими волонтерами, он приобрел уже масштаб страны. И теперь мы вот уже за прошлое полугодие обучили более 3000 детей с помощью волонтеров. Обучение направлено на, первое, как работать с социальными сетями, как работать с мессенджерами, как реагировать ребенку на, если какие-то вирус завелся в смартфоне или в компьютере, какие действия, ну, нужно ли там знакомиться, там, заводить друзей. Всего к проекту присоединилось более 700 волонтеров. Их успехи оценивают опытные педагоги. Лучших отмечают подарками, модными гаджетами от МТС и партнеров инициативы. Восьмиклассник Иван Кононович – один из любимых волонтеров среди учеников младших классов. Для меня интересно работать с детьми. А также меня немного удивило то, что они слушаются, не перебивают. У них остаются некоторые вопросы, и это действительно радует, потому что детей интересует эта тема, и они готовы слушать хоть целый урок. Проект «Дети в интернете» уже вышел за пределы столицы, областных городов. Безопасному и полезному интернету обучают и в районных центрах. Начинание признано одним из наиболее удачных примеров социальной ответственности бизнеса. Компания была удостоена гран-при конкурса «Бренд года».